Привет! Сегодня мы будем распаковывать куклу с неизвестной профессией. Это Барби. Покажи нам поближе ее сюда, можно? Это Барби, и мы не знаем, что это за Барби, да? То есть это просто девчонка, профессию которой мы узнаем, когда откроем... чего? Откроем всякие сюрпризы. Да, и слоган «You can be anything», насколько я понимаю. Так, ну давай, у нас кукла с темными волосами и темной кожей. Вероника выбрала такую, так. У нас есть, там еще в коллекции есть другая. Можно я пока вот эту штуку покажу? Ты пока открывай. Да, и за вот этими дверцами, то есть вот четыре дверцы, будут скрываться сюрпризы. Давай вот так покажем. Вообще-то тут не будут сюрпризы. Вот сюрпризы, вот смотри. Дверцы, раз, два, три, четыре. Вот, кукла открылась. Ну давай вытащим куклу первую. Ну, давайте. Я вот тут пока покажу, сниму, значит. Ножнички вот так. Не отрежешь ли ты и волосы случайно? Может быть... Итак, мы ее вытащили. Ну, покажи красотку. Можно мы посмотрим? Кстати, у нее трусики и юбка. Ну, это хорошо или плохо? Хорошо. Ну, давай нам. Трусики. Можно мы посмотрим? У нее есть трусики? Правда? Сейчас, извините. А ну-ка, верник. А, ну такие декоративные сделаны. Так. А мне больше нравится ее кеды. Кстати, да, мне тоже нравится, что кукла в кедах, а не в туфлях на каблуке, потому что кеды объективно удобнее. А еще у нее да, у нее плоская нога. Господи, у нее ортопедически правильная стопа. Это прекрасно. И на груди у нее написано Fearless, бесстрашная. Так, мне это нравится. Да. Давай, Вероника, открывай сюрпризы. Красавица, и лицо мне ее нравится. Эть. Так, она... Супер. Сюрприз не открывается. Ну, как-то разрывай. Кто она у нас? Кто она у нас? А-а-а! Я думала, что она будет... Она... Ветеринарный врач? Или кто? Я ветеринар. Давай еще открывать сюрпризы. Что давай, там? Давайте сначала ее пройдем. А хотя пусть оставим. Так, нам попался вот такой комбинезон. А еще шапка археолога. А вот это тоже вроде как не ветеринарно. Это два в одном. Думаешь? Да. Точно. И ботинки тут. Ну, можно мы тоже посмотрим? Стоп. Значит, тут вот такие шапка ботинки. Археолога, точно. Вероник, так распаковки не снимают. Можно поаккуратней? Я вообще-то и на голову хотела это одеть. Так, ну я тогда немного не понимаю концепцию. Тут пёсик. Так, она у нас все-таки кто? Это нам попалась каска археолога, нам попался костюм археолога и ботинки удобные для путешествий. Да, Вероник? Еще тут пёсик. Вот, а когда она у нас в амплуа ветеринара, у нее есть вот такой фартук. Песик непосредственно. Хорошо. Вот такая ванночка для того, чтобы купать питомца. Ну, да? Что, давайте переодим ветеринара. Есть фен. Так. Есть шампунь. Так. Она не ветеринар. Она, как так, сказать, грумер. Да, парикмахер для собак. Грумер это называется. Для кошек. Ну да, но у нас здесь пёся. Лучше было так одно, но еще и пёсь. Еще кошара. Так. И когда она у нас в амплуа археолога, у нее есть ботинки, у нее есть комбинезон, кстати, очень стильный. Вот такая каска. И вот такой непонятный камень. Нам внутри попадается... Давай, Вероника, открывай. Камень. Кристалл. Клади мне на руку. Вот такая прелесть. Я думала, что может попасться только один вариант, а оказывается, их может быть два. Например, парикмахер и, ну вот это я не знаю кто, строитель пускай будет. Это археолог. Нет, здесь есть еще строитель. А, может быть педиатр, либо балерина, может быть грумер, либо археолог. Супер. Ну, оказывается, они попарно. Ну, для меня это новость. Хотя вот нарисовано для особо одаренных. А, да. Кстати, даже липучка спереди. Да? Ну, класс, наряжай. Так, сейчас. Супер, в итоге мы получили две пары обуви, мы получили животное, которое можно купать. Можно реально купать. Да, конечно. Привет.
Вот эта классная придумка, да, с куском породы, внутри которого прячется кристалл. Ну, меня, честно, покорили кеды. Я давно ждала, когда изменится у Барби вот эта концепция невероятных туфель на каблуках с постоянным стоянием на носочках, да, то, что тяжело и неправильно, и вредно. Эта кукла обошлась нам в 1700 рублей, была скидка в этом в детском мире. А, вообще-то цены не рассказывают. Почему? Потому... Ну, кто тебе сказал? Ты мне говорил. Ладно. И еще у нас есть несколько к ней нарядов, но, по-моему, очень даже много. Неплохо. Классно. Мне нравится. И ботинки очень стильные. Итак, смотрим. Но мне кажется, заниматься археологией в таком наряде не очень удобно. Вообще-то удобно. Думаешь, а мне кажется, она может поцарапаться. О! Слушайте, с нее спадает постоянно эта шапка. Вот, может, ее на резинку надо приклеить? Ну, посмотрим, да, то есть шапочка, вот эта вот каска никак не фиксируется. И мне больше понравился кристаллик. И идет к ней кристаллик. Мне очень нравится концепция, что ты можешь быть любой, какой захочешь. Ты можешь заниматься тем, чем хочешь, ты никак не ограничена. А ну-ка, можно я посажу? Она сидит? Да. Ну так. Мне понравился кристаллик вот и ее браслет. И всем пока-пока! Пока-пока. Спасибо, что посмотрели нашу распаковку. И подписывайтесь на канал. Ну да.